Всем привет! В этом ролике сделаем стол лофт своими руками на минималках. Использовать буду профильную трубу 40 на 60. Толщина стенки здесь 2 мм. Загоняю ее в станок и напиливаю 8 заготовок по 73 см. Далее с каждого края зарезаю угол в 45 градусов. Таким образом мы их будем соединять в одинаковый квадрат. Из остатков профтрубы 30 на 60 отрезаю две заготовки по 50 мм. Сразу решил заранее засверлить все опорные ноги на будущую столешницу. Сначала сверлю сверлом 4 мм, а потом верхнюю стенку пройду коронкой в 12 мм, так как буду крепить каркас столешницы кровельными саморезами. Кидаю заготовки на стол. С помощью магнитных уголков соединяю в деталь, проверяю диагонали и провариваю швы. Отшлифовав все заготовки, переходим к покраске. Металл буду покрывать эмалью 3 в 1 Alicolor от компании Farbon. Наносить можно прям по ржавчине. Отлично укрывает металл, малый расход, а в описании под роликом оставлю еще промокод на скидос. Хорошая эмаль, часто пользуюсь сам и вам рекомендую. Подвесив заготовки для дальнейшей просушки, переходим к столешнице. Я купил готовый мебельный клееный щит. Размер его 800 на 1,5 метра. Толщина щита 40 мм. Сколько чего стоит и вообще общий ценник на весь стол, вы можете перейти по ссылке на мой телеграм-канал. Там я более подробно рассказываю. Покрутив столешницу пару раз и выбрав лицевую сторону, беру в руки фрезер и снимаю фаску. Следующим этапом обязательно прохожу шлиф машинкой, чтобы поднять ворс и сгладить края грани столешницы. Также на столе имеются ямки и отколотые сучки. Их я залил с помощью суперклея. Покрывать столешницу буду бисцветным маслом для террас и садовой мебели. Такое масло при необходимости можно даже заколеровать или выбрать готовый цвет в интернет-магазине М-краски. Ссылку также оставлю под видео. И на весь инструмент, друзья, которым я пользуюсь,
тоже можете найти по ссылкам в описании. Заряжайтесь хорошим инструментом и делайте крутые вещи. А мы, обработав столешницу и дождавшись высыхания, делаем сборку стола. Крепил я тут ноги на кровельные саморезы длиной 35 мм. Столешница получилась увесистая, передвигать, конечно, удобнее вдвоем. На улице, кстати, мы еще разок прошлись маслом, и получилось прям очень круто. Ну а сколько вышел такой стол, друзья, еще раз говорю, переходите в телеграм-канал, ссылку оставлю в описании. Ну и также вас ждет там много интересного контента, прям весь из полей. Всем рекомендую. Ну и спасибо за просмотр, друзья. Пишите комменты, пишите вопросы, как вам такой столик. Поставьте лайк, если вам не сложно, а мне будет приятно. И подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока-пока.